Высокопоставленный таможенник погорел на взятке. Как сообщила на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, главный госинспектор одного из таможенных постов в Винницкой области получил 20 тысяч гривен. За это обещал пропустить без оформления коммерческий груз. Инспектора задержали во время получения денег. После обыска подозреваемого увезли на допрос. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В прокуратуре готовят представление в суд об избрании меры пресечения. Будут настаивать на аресте.